Канаш, Марпасад, Алатырь, Шумерля и Новочебоксарск. Власти Чувашии намерены привлечь более 10 миллиардов рублей на создание новых рабочих мест в моногородах республики. В Канаше будут реализованы инвестиционные проекты общей стоимостью 8,5 миллиардов рублей. Часть этих средств направлена на создание нового гемодиализного центра. Председатель кабинета министров Иван Моторин и министр здравоохранения Владимир Викторов ознакомились с ходом строительства гемодиализного центра. В настоящее время основные строительные работы завершены и ведется монтаж оборудования. В июне этого года отделение диализа планирует принять первых пациентов. По состоянию на сегодняшний день фирма «Бибраун» затратила на строительство и ремонт этого здания 22 миллиона рублей и на оборудование 32 миллиона рублей. Как сообщил Роберт Павлов, гемодиализное отделение рассчитано на 12 мест. На первом этапе ежедневно планируется принимать по 20 пациентов, впоследствии до 60. Сейчас в Чувашской республике медицинская помощь больным, нуждающимся в заместительной почечной терапии, оказывается в столичном центре диализа «Браун Авитум Русланд Клиникс» и в отделении гемодиализа Республиканской клинической больницы. Открытие диализного центра в Канаше значительно приблизит специализированную медицинскую помощь к пациентам из южных районов республики.